Третье воскресенье после праздника Пятидесятницы установлено празднование в честь собора святых Удмуртской земли. Праздничную службу этого дня возглавили митрополит Ижевский Удмуртский Викторин, епископ Глазовский Игринский Виктор и епископ Сарапульский Можгинский Антоний. Празднование собора святых Удмуртской земли было установлено по благословению святейшего патриарха Московского всея Руси Кирилла в 2018 году. В соборе на данный момент 12 угодников Божиих, которые родились, трудились или окончили свой жизненный путь на Удмуртской земле. Главные торжества в честь святых прошли в кафедральном Михаило-Архангельском соборе Ижевска, где хранятся честные мощи священномученика Николая, пресвитера Воткинского и его дочери мученицы Варвары, входящих в собор святых Удмуртской земли. После литургии духовенством было совершено молебное пение святым Удмуртской земли, в завершении которого митрополит Викторин поблагодарил духовенство и прихожан за совместную молитву в этот важный для всей республики день, а также обратился ко всем молящимся со словами проповеди. Сколько тех, кто блуждает без этой веры, блуждает во грехах. Наша задача их вернуть. Наша задача – им показать этот истинный путь, ведущий в Царствие Небесное, Царствие Божие, а все остальное им приложится. Ведь так сегодняшние Евангелия заканчиваются от Матфея. Вот эти люди, они знали путь, они держались за веру, они шли в Царствие Божие и любили Господа. Самое главное – научиться Его любить. И вот тогда получится верить.